Ребят, мы тут с Боней разбирали посылки, да? То, что нам из школы прислали. Боня тут вон вся вообще в это самое не знает, как и что. И смотрите, мне попалась вот такая вот записка. Сейчас покажу. Вот. Четыре лапы написано, видите, да? Щенок, идем кушать. Это ребенок нарисовал. Я не знаю, из какого это класса, но это очень-очень так, знаете, так мило. То есть не просто какой-то подарок нам отправили, да, но еще и рисунок. То есть, ну понятно, деньги на покупку корма дали родители, да, а вот ребенок захотел просто сам нарисовать и сам как-то вот, ну как сказать, поучаствовать, что ли, в поддержке нас. Поэтому, вот, знаете, и вот поэтому, наверное, вот такие вещи, они не менее важны, чем покупка корма. Вот. То есть корм, конечно, это очень важно, да, но понимать, что тебя еще и поддерживают дети чисто своим творчеством, это тоже очень классно. Вот. Спасибо. Я не знаю, видит этот ребенок это видео или нет, но я надеюсь, что он увидит, и я хочу поблагодарить от меня, от Гали, от Бонечки, вот, от всего нашего хвостатого счастья. Спасибо большое.